Дорогая моя подруга, мое любимое чудо, поздравляю тебя с 16-летием. Я хочу, чтобы у тебя все складывалось только так, как ты мечтаешь, чтобы у тебя все было замечательно, было крепкое здоровье, счастье, успехи во всем, чем бы ты ни занималась. Хочу, чтобы ты всегда добивалась своих целей. 16 лет – это прекраснейший возраст, и я верю, что все лучше у тебя еще впереди. Оставайся всегда же такой же добрый, милый, красивый. Ну, конечно же, непредсказуемый. Помню, второго человека, как ты, на свете точно нет. И ты самая лучшая. Я тебя очень люблю. С днем рождения. Итак, на календаре 23 января, а значит, сегодня день рождения одного из самых неадекватных, не побоюсь этого слова, людей в моем окружении. Да, речь пойдет о Глие. Что я могу о ней сказать? Ну, во-первых, это мой лучший друг, и это мой первый друг. Наша дружба берет начало, наверное, в 2002-2003 годах. Тогда мы уже вместе тусовались в песочнице. В 3-4 годика где-то мы на перегонки гонялись на трехколесных велосипедах. Да, у нас были крутые трехколесные велосипеды, это было очень пафосно. Мы гоняли по всему двору. Были очень смелые тогда. Потом мы с каждым днем все больше и больше общались, и это переросло в настоящую дружбу. И я рада, что это все-таки переросло в дружбу, и мы не прекратили общаться. Потому что это очень здорово иметь такого друга, как ты. Я рада, что мы сохранили все эти дружеские отношения, и надеюсь на то, что наша связь никогда не прервется, ни под какими обстоятельствами, будь это разные города или еще что-то. Мы никогда не ссорились так глобально, разве какие-нибудь, ну, это были ссоры максимум в игре какой-нибудь или еще что-то такое. А так у нас всегда была душевная гармония и полное взаимопонимание. Надеюсь, это так и продлится. Да, мы иногда обзываем друг друга, но это же любя, да. Так, что я хочу тебе пожелать? Во-первых, это здоровье. Это главное, потому что если у тебя будет крепкое здоровье, то все остальное само приложится. Ну, потому что ты красивая девушка, не глупая барышня, у тебя все впереди, ты целеустремленная, и я верю, что у тебя все получится. Во-вторых, я хочу тебе пожелать близких людей рядом, которые тебя поддержат, будут опорой в трудные жизненные моменты, чтобы у тебя всегда рядом находились люди, с которыми у тебя будут одни и те же тараканы в голове. Например, мы с собственной персоной. И, наверное, я хочу тебе на данный момент именно пожелать, чтобы у тебя все складывалось удачно. Да, я сейчас про учебу. Чтобы ты хорошо закончила, поступила туда, куда хочешь. И если это даже не будет Лондоном, то все равно, чтобы ты закончила и все-таки уехала в Великобританию. Даже будучи туристом, например, почему бы и нет. Да, я хочу тебе пожелать путешествий. Много-много, чтобы у тебя было нескончаемое количество ярких и незабываемых эмоций, историй и всего остального. Надеюсь, ты когда-нибудь и до меня доберешься в Ереван в ходе этих путешествий. Ну, я искренне верю в то, что ты доберешься до своего любимого Лондона, потому что ты грезишь этим английским с самого детства, это я точно помню. У тебя все получится, ты знаешь, мы каждый в тебя верим. Не будем сейчас говорить про плохое, там экзамены, поступление в универ, просто мы закроем на это глаза и думать будем только о позитивном и хорошем. Кстати, о позитиве. Ты тот человек, который вносит в нашу жизнь такие просто веселые эмоции, потому что ты человек позитив, с тобой всегда можно повеселиться и в то же время поговорить на какие-то серьезные темы. Ты человек, который можешь мне написать в 3 часа ночи, ну, я хочу стать ассасином, или в 6 утра,
Мне скучно, и поэтому поговори со мной. На улице 6 утра, а ей скучно. И знаешь что? Да, я тебе отвечу, потому что ты не одна. Вот это ты помню. Что у тебя всегда есть друзья, которые тебя помогут, которые тебя поддержат. У тебя всегда были друзья. Никогда не говори, что ты одинок. Они у тебя есть, были и будут. Потому что мы всегда рядом. Вот. Я, по-моему, обещала быть краткой, но мое видео уже длится практически 5 минут. Надеюсь, ты меня не устала слушать. Я еще не закончила, но ладно. Я еще немного скажу и все. Хочу сказать тебе, точнее, твоей маме огромное спасибо за такую прекрасную тебя, потому что ты действительно отзывчивый, хороший, добрый, искренний, воспитанный. И я могу перечитать много-много-много такой распрекрасный ты наш человечек. Серьезно. Ну, просто в нашем мире сейчас так мало искренних людей, которые действительно такие добрые, как ты. И поэтому ты редкость. Вот. Передай поздравления маме, бабуле и всем остальным близким, которых я знаю. Вот. В общем, тебе всего самого-самого наилучшего, хороших и верных людей рядом, потому что ты действительно этого заслуживаешь. Я тебя очень-очень-очень-очень люблю. Ты моя вселенская любовь, ты это прекрасно знаешь. Я не могу тебя сегодня обнять, но 29-го, я надеюсь, я обязательно это сделаю. Всего тебе самого наилучшего. Я тебя очень люблю. Будь счастлива. Рождение Галия! Марвел рулит! Рождение Галия! Будь счастлив! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у тебя будет отменное здоровье и бодрое настроение. Еще желаю, чтобы каждое утро тебя встречало яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Я желаю... Ну зачем? Я поздравляю тебя с твоим 16-летием. Желаю тебе самое главное здоровья, счастья, не болеть, не боясь никаких трудностей, преодолевать их. И пусть перед тобой стелется только белая дорога и светлое будущее. С днем рождения! Галя, с днем рождения, здоровья, любви, счастья, Вторая где? радости, любви, еще раз, любви и любви. Привет, Галия! И сегодня твой день рождения. На самом деле я очень странно с тобой познакомилась. Она прокомментировала мою запись и сказала, что она еще же одно такое же ненормальное, как и я. И я такая, о, это судьба, я написала тебе. И я очень рада, что это сделала. И ты прекрасный человек и замечательный человек. Еще рада, что мы познакомились. Ты просто такая же сумасшедшая, как и я. И я желаю в этот день, чтобы ты была самой счастливой, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы рядом с тобой были только близкие и верные люди, чтобы ты никогда-никогда не грустила, даже если бывают такие моменты, чтобы не сдавалась и знала, что всегда есть выход, что он есть всегда. Вот, чтобы ты хорошо училась, никогда не болела, чтобы ты постоянно смеялась, там, все такое. Люблю тебя. Илья, поздравляю тебя с твоим 16-летием. Я безумно тебя люблю. Я желаю тебе всего самого наилучшего. И ты тот человек, который заставляет меня улыбаться, смеяться. Я рада, что ты моя сестра, и я люблю тебя. Я Стэн.